смысл разминания вот колена в данном случае, да, в том, чтобы здесь же тоже есть сочленение. Ну, это часто, кстати, в тайском массаже может использоваться, в гейминг-терапии. Расслабляем его также. Также вот должна быть вибрация, помните, я вам говорил, да? Если закаточку трясу, она передается в бедро. Видите, бедро шевелится. Значит, нормально. Этот проходной уходит. Вот эти все сочленения хорошо работают. Расслабили, растянули. А не хватает, тоже помните, да? Сложили ногу, вот так ее подбили, сюда прямо. Выпрямили стопу и вот натянули. Можно иногда даже хуже послужить. Ну, это коленочку мы растягиваем сейчас. Колено, да, и вот эти вот соединения стопы с голенью. Вот прямо даже смотри, вот так стопу чуть на себя. Так. Искать как можно? Нет. Это вопрос не по теме, давай на него потом отдельно отвечу. Теперь также только на, ну, на тело человека, в него прям вдавливаем, в живот. А здесь вот этой рукой, смотри, колено, так вот само колено чашечку прям массируем, трем ее, да. Тоже у некоторых людей, особенно у кого остеохондроз, это вот очень полезно, оно такое там похрустывает, так, там такие, такие легкие такие движения, как внутренние. Далее я придумал вот такой захват. Да, это за счет руки. Это тоже да, тоже делается. Ну, если не получается, проще делается. Просто в смысле в том, что надо еще колено это держать противоположное. То есть я вот так рукой одну схватил, а колено это придерживаю. Видите? И у меня тазовые кости с этой стороны чуть-чуть сюда тоже вытаскиваются. Одновременно тренировка всех вот этих мышц. Задних бедерных и грушевидной мышцы. Потом поворачиваем ногу на противоположную сторону живота. Вдавливаем в живот. Да, при этом очень хорошо делать массаж вот этой части. Ягодицы противоположные. Они растягиваются. Удерживая ногу в таком положении, поворачиваем ее не до конца, выпрямляя. Ну, угол должен быть тупой. Брался в 60-70 метров, вот так вот, да? Не затрагивая теперь чашечку, не трогаем, а только снизу. Тянем туда, а тут уже бедренную кость, чтобы не было больно, опять укладем ее как бы в чашечку своей ладони, да? Тянется или болит даже? Тянется. Да, вот очень классно говорит, да, тянется задние мышцы бедра от угла в этом. И все вокруг лежащие. Диагональ. И противоположно вытягиваем. Да, попробуй сразу. Хороший темп. Да, да, разворачивай. Меняем руки наоборот. Эту руку не на колено, а под колено. Да, и тут на чашечку ладони клади бедро. Да, и растягивай, прям тянешь. Чуть-чуть, может, примене могу сделать. Так вот, ты дотянешь. Не буду мне вот так вообще. Ты просто тянешь, просто тянешь. Ничего. Задняя часть ноги. Ну, то, что касательно массажа, я не буду показывать, а вот то, что касается мануального хруста. Вот у кого позволительно, смотря как нога ложится, если она достаточно. Гнущийся человек можно на колено сверху положить, да? Только не на чашечку. На колено и вот так вот ищите до предела, доводите. Не хватает ноги, да, просто положите рядышком. Встряхнули. Да. И одновременно в разные стороны. Нормально. Что-то там все так больно. Вот, встряхнули, да, ноги. Сейчас встряхнули. Но я уже не буду основу показывать или показывать это, да, натяжение. Да. Ну, в принципе, оно понятно.
Да, упираешься в себя, немножко ногу вот так вот наискосок, чтобы было удобно, чтобы оно бедро. И за счет поворота корпуса тела, да, вот все хорошо получается. Вытягиваем. Некоторые покачивания, и получается наши рычащие мышцы спины, я себе делаю. У кого сил хватает, этого достаточно. У кого не хватает, гораздо приятнее будет какую-нибудь простыню или вот вам там полотенце дали, попробуйте с полотенчиком. Давайте через верх, да. И снизу обнимаем лодыжки. Чем выше поднимете, тем лучше. Достаточно такое приятное растяжение. Да? Вот, это я рекомендую как бы в завершение сеанса делать такое приятное растяжение, расслабление. Человек может потом накрыть двумя удобными взмахами. Раз, два. И дать ему немножко полежать буквально минут 5, чтобы все пришло в норму. И потом только медленно вставать, но только медленно после этих процедур. Что? Все, на этом как бы вы можете своим клиентам сказать, что сеанс закончен.